фланга. Армейцы отбиваются. Незамудинов здесь здорово цепляется. Удар по воротам и спасение от Максима Матюши. Вновь здорово действует армейский голкипер. Подключается Тучич. Получает мяч Илья Тучич. Под удар. Удар и отбивает мяч Яшин. Еще удар. Нет, мимо на сей раз. И Незамудинов. Незамудинов. Удар по воротам. И мимо цели. Но вновь было опасно. Незамудинов. Передача налево. Незамудинов спешит открываться в центре. Передача на Самодина и... Рзаев сам мяч тащит на Полякова. Передача. Калмыков получает мяч. Рзаев. Рзаев сам рвется через буквально таки всю ярославскую оборону, но... На перерыв отправляются команды. Рзаев с мячом на левом фланге. Против него Первушин, Олейников. Рзаев. Передача и удар поворотом, но мимо цели. Там и Калмыков, и Поляков пытались замкнуть этот пас. Олейников рвется к воротам. Удар и мимо. Очень опасно сейчас было. Итак, Самойлов. Навес на ближнем угол вратарской. Удар по воротам. И здесь опасно очень. Очень опасно. И красивейший гол забивают ярославцы. Лусикян тем временем на правом фланге против Первушина. Лусикян, Первушина обыгрывает, но поскользнулся. Удар по воротам. Передача направо. Здесь Петр Т. Армавирцы держат напряжение, оборону соперника. И не дали там пробить Горхову. Лубия вновь налево. Своих атак Дмитрий перевернул, удар по воротам, но выше цели. Ловит штрафную. Здесь армейцы отбиваются. Лобков. Лобков, здорово, сейчас может быть. Покидышев. Ой, и что же? Нет, мимо, не повезло в этом эпизоде армавирцам. Да, мяч мог оказаться в воротах. Итак, Лучевич. Удар по воротам, рикошет, и мяч уходит угловой. Борьба штрафной. Подача на ближнюю штангу. Отбиваются ярославцы и звучит финальный свисток. Армавирцы терпят домашнее поражение, которое становится для них всего лишь вторым в сезоне.